Пишет мать родному сыну из колхозного села. Расскажи-ка, милый Ваня, как идут твои дела. Расскажи, как ты воюешь, сколько фрицев погубил и какую ты Катюшу там на фронте полюбил. Я тебе, сынок, желаю вместе с Катей бить врага. От души благословляю вашу дружбу и дела. Будет время, стихнет буря, прогремит последний бой. Ты с победою вернешься с милой девушкой домой. Слушай, мать родного сына, не то я скажу тебе, сроду я такого друга не встречал еще нигде. Признаюсь, что Катерина мне мила и дорога, от любви и дружбы нашей нет покоя для врага. Мы с ней крепко подружились, повенчались под огнем, и скажу тебе, родная, дружба крепнет с каждым днем. Будет время, стихнет буря, прогремит последний бой, я вернусь, но вот Катюшу не могу забрать с собой».